Друзья, всем привет! Сегодня 10 сентября. По прогнозу погоды последний солнечный денек. Завтра начинаются грозы и дожди. Идем на пляж. Морешко сегодня вот такое. Немножко волнуется. Вода чистейшая. Посмотрите, какая красота. Видно, теплая. Сейчас будем измерять. Сегодня я термометр не забыла. Да, а мне... Зайду немножечко поглубже. Выше колен я уже зашла. Как бы чувствуется, по верху теплая идет, по низу чуть-чуть волнами холодная. Все же холодное течение принесло. Ну все, по-моему, останавливается. Температура 24,8. Почти что 25 градусов. Хорошая теплая вода. Смотрите, какая прозрачная. Сейчас будем снимать на камеру под водой. Все, заходим. Я взяла с собой подушку. И вообще чистая. Посмотрите, какая. Ой, как сюда. И теплая. Тепло заходит, нормально. Подушечку взяла. Сейчас окунусь сначала сама. Ой, волны. Залезла на подушку. Вот я плаваю. Потому что я плаваю плохо без подушки только. Одну могу ходить. А так? Нормально. Все, поплыли на дно.
воды прям тепло, хорошо. Ветер есть, но он теплый. Сегодня прям такая красота купаться. Шикарно. Это просто шикарнейшая погода сегодня. Наверное, самый классный день из всех, пока мы тут были. Волны поднялись. Буквально за полчаса прям уже такие приличные стали. Пляж пустеет. Люди пошли на обед. Мы когда на пляж пришли, здесь практически не было места, чтобы приземлиться. Сейчас вон сколько. Ну и мы тоже к самому берегу подобрались. Вот рядом с таким захоронением. Или что это, бассейн? Кто-то тут лепил. Интересная штуковина. Старался поближе сюда, к берегу, ну, к морю положить лежанку свою. А сейчас уже третий раз пришлось отодвинуться, потому что меня заливает водой. Волны поднялись. Прям уже этот, как прилив получается. Волны метра на 3 уже сюда ближе заплескивают берег.
показывает погода сегодня последний солнечный день. Надеюсь, что это будет не так, что выглянет солнышко, и мы еще искупаемся перед отъездом. Нам осталось здесь пробыть 3 дня. Сегодня был замечательный день. Солнечный, яркий. И сейчас закат. Море для вас. Закат. Как сегодня спокойно на море, хорошо. Закат такой. Ни одного облачка на небе. Вообще чистое небо. Абсолютно полностью чистое небо. Даже там, на горизонте, на земле, облака. Давно такого не видела. Завтра постараемся сходить в парк. Просто солнечные дни жалко тратить на парк. Хочется на море купаться. А завтра обещают облачность, грозу. Поэтому решили так сделать. То есть развлечения оставить на те дни, когда невозможно будет купаться в море. И то, наверное, посмотрим. Если купаться ему будет можно, то и не купаться тоже пойдем. На этом буду прощаться. Спасибо вам всем за просмотр. Спасибо за лайки и комментарии. Добро пожаловать новым подписчикам. Я всем очень рада. Ну, смотрите, собачка побежала в воду. Здоровья всем, счастья, любви. Всем счастливо, всем пока. Собачку увидела. Угу. Киса, кушать хочешь? Это ваш? Да, у нас есть. Киса. Маленький, хороший. Ах, убежал. Иди сюда, иди. Ой, ты красавец какой. Какой красавчик. Котенок такой ласковый, мурлычет. Ну, там его кормят, я спросила. Он говорит, здешний? Мы, говорит, его все кормим. Ну, и пузо у него такое, ну, большое, так сказать. Он не голодный. Такой ласковый прям мальчик. Рыженький.